вторник начался с хорошей погоды, с хорошего вида на горку. Посмотрим, как Тёма трогается. Какой он быстрый, а? Так, Тёме надо заходить влево. Вы уже поняли, да? Как вам скрип руля? Ничего не меняется в этих рулях. Цвет у Петюни красивый. Солнце светит прямо в глаз. Значит, мы едем на Эверет, а не на Кавказ. Пробка шикарная сегодня с утра в центре города. Downtown Seattle. Ну, мы продвигаемся, чё? Куда ты денешься? С подводной лодки. Вдруг кто-то забыл, как Сиэтл смотрится. Кто его знает, когда опять в эту сторону поедем? Может быть, завтра. Я ж не знаю. Какие у нас с вами планы на завтра? Солнышко вышло над Сиэтлом. Значит, жизнь на сегодня будет. Уже завтра как Богу угодно. От нас, сами понимаете, ничего не зависит.
поднимаемся на гору. С самой пониженной первой передачи. По правой полосе не иду, потому что там деревья. Идем по левой полосе. Засниму вам еще раз городочек Эверетт. Старенький, конечно, он такой, как я. Уже разваливается весь, такой, как я. Ну ничего, еще держимся. Наши-то годы. Нашел какую-то скорость. Так, Тёма, вообще что-то стоит, спит. Низкое дерево. Тёмыч раз его прошел, прошевелил. И нам сразу за этим деревом направо. Ходочка. Будешь так тихо ехать, я тебя буду толкать. Hampton Inn. Кстати, классно у нее это самое. Отель вот стоит, да, у нас? Справа кирпичное здание. У нее вид прям на океан. Ну, не на океан, а на залив. До открытого океана нам тут и еще пилить 2,5-3 часа. Так что Сиэтл как бы на воде находится. На соленой воде. Пресный? Не, что такое пресная? Что-то я уже это самое. Пресная — это не соленая, да? Здесь у нас соленая водичка, все. Морская капуста, крабы. Ну, все как на Дальнем Востоке было. И вот в этих отелях прям вид из окна на море. Открытый океан — это у нас на Ocean Shores мы ездим. 3 часа отсюда. Ну, добро пожаловать в Эверетт Порт. Паркуемся на улице. Порт забитый с утра. Весовая сегодня нам скажет: байпас, да ты чё? Зеленая лампочка в салоне. А чё вчера с вами было, мужики? Почему вчера красная, сегодня зеленая? Что-то с ними непонятно. Ну да ладно. Погнали, пока не дали. Разгрузимся. А там, может быть, еще одну фоточку дадут. К этому уже назад с Эверетта едем. Загрузку не снимал, погрузку. У меня таких шедевров хватает. Байкеры катаются помаленьку. Как вам вот такое задувало? Впереди справа. По-моему, это 359-й. Air Leaf Suspension сзади. Догоним мы его, он уходит. О, догнали. Приблизили. Он дымит просто, как у него механический котенок.
бы такой на спалку бы не поставил. Ну, раньше это old school, это раньше. Вот такой лук был, такая цибуля была. Ну, а у нас уже цибуля совсем другая по нынешним временам. Нам компьютер подавает Tesla вместо датчиков. Это у нас, наверное, самая паршивая работа, что не есть. Это поехать утром на север, загрузиться и потом поехать на юг. Это у тебя пробки в обе стороны. За такое время уже можно через всю Америку проехать было бы и вернуться назад домой. Ну ничего, а больше работы нету, так что уже что дают, за то и спасибо. Ну просто так, сведения, да, что вот это вот на север дороги с утра самые противные у нас. А лучше в это время на юг ехать, в сторону Орегона. Уже можно было приехать в Орегон, разгрузиться и уже выехать назад ехать. Как нормальные белые люди, а не сидеть в этой пробке за бранку. Бранка рулит. Вчера я вот говорил, да, что есть хардтап, есть софтап. Вот это как раз жесткая крыша. Бранка спорт. Чудо в перьях вон слева. На карпул. Карпул — это у нас два человека и больше, когда едешь. Нам траком даже в левой трети нельзя. А по карпулу шпарит. Ну его понять можно, у него риппер, понимаете, да, у него опоет, его ждут, а он в пробке сидит. Вот так вот приходится водителям нарушать из-за каких-то аппойнтментов, да, вот тебе сказали, надо быть в 10, время у нас 9:03, и он, видимо, не успевает, делает все возможное и невозможное. Сейчас где-то полицейский будет сидеть, остановит и все. Получается, и на охотман, на разгрузку не опоздал, не успел. И еще и тикет слопочет. Тоже не дело. Не дело. О, красивый Audi цвет. Не Audi, а цвет. О! Вот это наша машинка. Porsche — это наша машинка. Audi ни туда, ни сюда. Volkswagen. Че, народ, сидим в пробке. Кто-то писал, тронемся сейчас со второй, что поставить красные педали или там с кантовкой такой, да, и Peterbilt, чтобы красное было, не даст больше красного в салоне, да. Я пошел другим способом, самым дешевым, что не есть, одел красную футболку. Все, проблема решена. Так, это у нас на пониженной. Прогазовочку вставляем пятую, последняя пониженная, кто-то спрашивал, четвертая пониженная, это как понять, да? Вот сейчас повышенная, вот включил рейнджер, вот уже шестая повышенная получается. С 6 по 10 повышенная, с 1 по 5 пониженная. На девятке, на десятке понижена нету. На десятке сюда до себя, сюда до себя. Это у нас первая. На девятой сюда до себя. Это у нас пониженная. Потом идет первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. На ней всего 8 скоростей на девятке и плюс пониженная. Как-то так. Задняя не считается. Если еще задних 4 считать, на 18 их 4 скорости задних, то там очень много скоростей на 18 передачах. Плюс там еще пониженная на 18 делится и на половинку, и потом на повышенном еще ряде ее тоже можно засунуть, еще раз щелкнуть. Короче, 18-ка там не 18-ка, а 24 скорости получается. Очень большая коробка, нам такой не надо. 13-ки хватит просто
с головой и выше. Так что да, когда по перевалам пошел, то я там реально заметил, не хватает половинки, не хватает скорости между скоростей. Получается, до 9 шел, было чуть-чуть, не хватало, обороты низкие держал. Я переключил на 8, а ее было забагато. Вот так вот. А раз мы богатые, забагато, то надо покупать коробку 13-ку. Ну, есть у другана 18-ка, я там уже говорил. Так что, может быть, 18-ку заберем. Короче, посмотрим. Я никуда не тороплюсь. У нас с вами есть 20 лет впереди. Вам эта фраза, смотрю, зашла. То какая-то Артему не зашла. Да, Артем тебя лучше знает, чем мы. Не, мужики, у меня в этом траке реально ходовая. Вот ходовая, да, вот задние мосты 3.36. Потом бифи, да, вот они переделали. Шестерни там какие-то мощные поставили, чтобы она выдерживала нагрузку 700 лошадей. Десятки. Здесь даже десятки, по идее, хватает. Она не горчит, не шумит, ничего. Так что я десяткой доволен. Ну да, там чуть не хватает. Тёма справа едет. Давай. Так, давай. Обгоняй. Тёма нас наконец-то догнал. Красавчик. А, кстати, за Тёму начали говорить, да, и тут Тёма нас догнал по правой полосе. Но это ненадолго, сейчас там заходят все машины с этого, с выхода, и опять там все стоят, и он опять будет влево проситься. Так что я не люблю это. Чуть-чуть проскочил, а там потом опять стой, сиди, влево перестраивайся. Так что мы сейчас Тёму пропустим впереди, да и все. Я его просто нечаянно по горам оставил. Как чесанул. И все, и Тёма сзади остался. Да, по горам, конечно, это зверюга. Значит, мосты, коробка и зверь под капотом меня просто поражает. Двухтурбовый котенок меня просто с ног сшибает. Сшибательный мотор, конечно. Таких моторов я еще не имел. Извиняюсь, Каменюга, что я на тебя называл, что ты номер один. Котенка всуешь. А, может быть. Я с 605-м Каммингс еще не стартовался. Надо будет... У кого, ребята, 605-й Каммингс, 2050 торка? Надо будет с вами на перевал как-то поехать и посмотреть, что делает 700-й Кэт и что делает 605-й Каммингс. У Каммингс, как я всегда говорил, очень шустрый двигатель. Может даже натянуть. Но не факт. Что-то мне вот эта двойная турбо понравилась. Как он тянет. Просто зверь. И хорошо звучит с выхлопных. О, Денис пришел. Денис, здорово! Красавчик. Цвет, да? У Давида вроде как темненький такой красивый оранжевый был. А это такой как желтый. Желто-оранжевый такой светлый цвет. Надо будет его заснять когда-то. Когда-то я его поймаю. Денис, когда-то я тебя поймаю. Будем ловить. Не знаю, на что он клюет. Но все равно поймаю. Закинем закидушку. Закидушку. Помните, такая леска? Вырезали с досточки такие штучки, леску наматываешь, да? Потом ее разматываешь, потом крутишь грузило, кидаешь. На речке Сучанки мы этих крабов ловили с дедом.
Вот это было закидушка, да? Так и называлась закидушка, да? У деда спиннинг крутой был. Привез его с собой в эту самую, в Лос-Анджелес. Поехали мы с ним на пирс в Лос-Анджелесе ловить. Лонг-Бич. Кто был? Лонг-Бич пирс. Мы там практически каждый день, когда приехали, рыбу ловили. Ну, рыбаки с находки, понимаете? Корюшка постоянно, да, вот корюшку ловили. Значит, а на озере там, в Лебединском, карасиков ловили. Ну, то была тема. А что я говорил, за спиннинг, да? Где-то спиннинг был. А там все американцы стоят такие, рыбачат своими крутючими спиннингами. Дед такой подошел, а у него такой маленький был. Такой взял его в руки, такой раз его кидануло, он разложился. На пирсе тишина стала. Все такие смотрят на него. Это что сейчас было? Кстати, до сих пор у вас такой спиннинг продается, нет? Который вылаживается, растягивается. Как он называется, я даже не знаю. Ну, крутая тема была. Так что деду моему респект. Отдыхай спокойно, дедуля. Ты нас научил всему, что знал. Это дед у меня, который всю войну прошел, 41 по 45. Был командиром на войне. Понемножку фашистов отстреливал. Да, я смотрю, каждая generation должна через что-то пройти. Generation — это что? Ага, искал это слово generation, значит поколение. Каждое поколение должно через что-то пройти. Так что, что нас ждет, один Бог только знает. Как кто-то написал, да, 10 лет и все там. В Библии написано, живем в последнее время. Вы, наверное, уже очень старый человек. Я не знаю, сколько вам лет. Моя бабка ходила, вот, да, все. Сколько лет? Лет, наверное, 40-45 лет назад. Да я еще малым был пацаном. И она все время это повторяла. Мы живем в последнее время. Когда человек уже чувствует, да, вот в годах, преклонный возраст, что это его последнее время, он вот ходит, все это всем говорит. Вот живем в последнее время. Нет, бабушка, красавчик пошел навстречу, а? Черного цвета и салатовая рама петуха пошел. Так что бабушки с дедушками давным-давно померли. Теперь наши родители все говорят в последнее время. Я еще этого не говорю, так как оно пока для меня не последнее время. Мы еще пока в самом разгаре сил. Так что, народ, я вас не осуждаю, но как-то, да, если вам лет 10 уже осталось жить, то не думайте, что Бог завтра придет за всеми. Может, ничего не спорю. Так, перестраиваемся влево и тормозим. Пропускаю водителя, водитель тоже залез, смотрю. В carpool lane. Может быть, они вдвоем едут, я не знаю. Но там только можно вдвоем, и драком вообще нельзя. То я так нарушать сильно не люблю. Весовую объехать, мужики, весовую объехать. Сейчас объясню.
нас на фривеях, прямо на дороге, вот где ты проезжаешь, весы, оно тебя взвешивает, да? Я сейчас иду легкий, в буквальном смысле. У меня весь вес получается 50 тысяч паунтов. Даже 25 тонн нема вместе с траком. Значит, внутри в контейнере очень мало груза. То они мне взвешены. Все. Я взвешался на улице, на фривее. Эти весы на фривее подсоединены к ихнему компьютеру. Внутрь к ним туда, да? На весовую, на главную весовую. Там сидит дяденька и смотрят все траки, буквально, кто проезжает мимо фривея, да? Они все видят. Они видят, что, ага, дядя Вова USA проехал мимо Скейл, мы ему байпас не давали, а он прямо пошел. Ну, у него вес нормальный. У него с весом все нормально. Ну, ты стопроцентово обязан заехать к ним туда, чтобы они тебя взвесили второй раз. Спрашивается вопрос. Зачем? Вы понастроили весовые на фривее. Я взвешился, я ее не объехал по второй линии, да? Вот обратили внимание? Я всегда еду по весам. По весам проехал, они мой вес взяли, смотрят, что у меня все нормально. Объясните глупенькому, зачем еще раз заезжаться, взвешиваться? Просто такой вопрос вот у меня, да? Ты же уже взял мой вес, что тебе еще надо от меня? Отстань. Так, здесь уже надо уходить в левую полосу. Однако.
разгрузились, сдали наш контейнер в порту. И вот впереди опять открылась очень красивая картина. Сиат собственной персоной. Камера-то, конечно, не передает всю красоту, как мы с вами видим в реалити шоу. Дорога выбитая у нас в Сиатле, так как вот здесь у нас справа бомжи бомжуют. На них дорогу не делают. Вот они, красавцы. Чем ближе к даунтауну подъезжаешь, тем больше вот этой срач. О, як справа. Як справа, так и слева. Одни шалаши. Только подъехали, не успел подумать, она уже включила мне зеленый. Так, тут получается один светофор. Чуть не сказал цветофор. Ну, он цвет поменял, я и подумал, думаю, ага, цветофор. Это мой ИЛАК включается, что мы тронулись. И тут же сразу следующий красный. Колорадо. Все, мужики, в Колорадо приехали. Красный цвет, дороги нет. Так, через все спикеры нам не надо, да, тут бухтеть. Мы все знаем, что мы поехали. Тахограф. Тахограф, да, по-вашему, и лаг. Электронный лагбук. Слева у нас стадион. T-Mobile. T-Mobile. Где эти Mariners играют. Бейсбольно своей клюшкой мячик бьют. Мы едем за еще одной ходочкой. Еще одно delivery сделать. И нормально. По месту это хорошая жизнь. Все, уже пригнали лошадей. Тормози. Впереди Тесла едет как пьяная. От одной линии до другой. От белой полоски до желтой. Видимо, сама машина едет. Полосы шукая. Вы полосу не бачили? Это у меня такая Acura TLX сама ездит.
Я говорю Женьке, сейчас нас полицейский остановит. И придется нам идти в суд, до судьи и доказывать, что машина в это время сама ехала. Потому что она когда сама едет, она полосу ищет. Она едет как пьяная, вот в прямом смысле. Слева направо мигает, виляет. И вот и получается. Остановят и тебе тикеты дадут. А вот он и Денис оранжевый идет. Вот она махина. Красавчик, Денис, привет тебе огромный. Появился на моем канале. Но мы назад уже подкатываемся к даунтаунам. Ну что, народ, хорошо, что разгрузились вперед. Разгрузились сейчас с часами, хотел еще поехать рвануть, как говорится, поработать. А не тут-то было. Человек загорелся и начал троить. Я остановился, проверил. Показывает первый инжектор. Ну да ладно. На 5-то инжекторах доедем по-любому. Так что один инжектор у нас отказал нечаянно. Мы едем в Сиэтл, в Такому, поедем до нашего механика, to door, пускай инжектор меняет. Как-то так, ну всякое бывает, это ж просто навсего всего железо, да? Конечно, он плоховато на 5 горшках. Когда у него небольшой вес сзади есть, а это у нас сейчас просто пустой трейлер, и он даже его чувствует.
что-то я думал, этот первый инжектор, я не знаю, если я говорил или нет. Что он уже был в системе, когда я его купил. Я ездил до Тудор. А что мы с вами ездили туда? Кондишн я хотел заправить. В компьютере посмотреть, что почем, да, у нас стоит. Он где-то слева стоит. Мы едем, чуть-чуть нарушаем. На 5 цилиндрах еще и нарушаем. О, Тавику, 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 привет. Дальним светом. Опа, красавчик. Увидел. Увидел, помахал. Да, и сразу он мне зашел в эти самые, историю проверил, что в компьютере. И говорит, у тебя первый, говорит, инжектор, говорит, когда-то что-то дал о себе знать. И я отъездил еще сколько получается? Полмесяца. Последнюю неделю в июне, и вот сейчас полмесяца июля, да? 3 недели, короче, отъездил. И все, я вот сейчас пробиваю, пишет, первый инжектор. Плохой. Вот так вот. Долго не протянул. Ну, как говорится, хорошо хоть здесь, а, что я мог до дома доехать, а не в спокойне где-то. Тогда пришлось бы, Виталик, тебе звонить. Я сам инжектора не лажу, не меняю, я вам это уже говорил, я не моторист. Там самое главное, его посадку надо посадить, отрегулировать правильно, и все. А так крышку клапанов вскрыть и вытащить, и посадить его назад, то это час работы. Надо регулировку правильно сделать, и все. Я себе не доверяю. А Давида КамАЗа рядом нету. Вот он в соседнем штате Миссури. Как бы недалеко туда ехать, всего 2,5 дня. Ну это я опять смеюсь, да? Так как некоторые всегда пишут: а что ты Давида КамАЗа не съездил? Ну да, он же на следующей улице живет. Может, кто-то реально не знает, да? Что Давид живет посреди Америки. А я живу на Диком Западе, побережье. Так что это не близкий свет. Сейчас паркуем час и поедем до Тудора, съездим. Что у нас чекинжин показывает? Что это я, это самое? Диагностик надо было идти. Engine. Инжектор 1, актуатор 2. Не знаю, что это значит. Ну, как говорится, приедем до механика, разберемся. Thank you.
плохо, чисто работает. Интересно. Разгоняется очень плохо. Горняк шепчет. Ладно, что мы котенка мучаем? Мучаем, да мучаем. Сейчас полечим и дальше будем гонять.